Я прицел просто не знаю, куда это летает. Так, самое главное на дерево не зацепиться и все. Добро пожаловать в Fortnite! Добро пожаловать в этот мрачный, классный, охренительный мир! Наконец-то у меня нашлось время записать супер сочное, супер классное. Это самое лучшее обновление за весь 10 сезон. Реально, эта обнова с Бэтменом, это самое лучшее, что было в 10 сезоне. Теперь официально Бэтмен, который Темный Рыцарь, это мой любимый скин. Им я буду играть максимально часто. Без плаща, конечно, но с плащом сегодня нужно поиграть. В игре Батаранги, Бэткогти, это Готэм самое главное. Короче, я прям супер сильно кайфую, потому что, ну, Бэтмен один из моих любимых супергероев. И помимо этого, все части Бэтмена, Бэтмен Архам Асалм, Архам Сити, Архам Ориджинс, Архам Найт. Я все игры прошел, хоть я игры не прохожу, я не играю в сюжетные игры, но именно Бэтменов я всех прошел. Лего не считается. Я напомню, чуваки, что вы именно с моим тегом NemoFlexGK также можете покупать пак этого самого Бэтмена и тем самым поддерживать мой канал. Также у нас тут, естественно, есть кошка, но кошку мы пока что рассматривать вообще не будем. Самое главное, это Темный Рыцарь, который я просто нереально сильно обожаю. Ирочка, ну так, 50-50, Бэтвинг прикольно, но мне нравится именно вот такой. Обычный Бэтглайдер, он такой, знаете, простенький. Я серьезно говорю, я очень сильно доволен, вы не представляете, как мне это нравится. Это реально мне больше нравится, чем весь 10 сезон. Еще раз, тег NemoFlexGK в магазине предметов вводите, скриншоты обязательно делайте, присылайте в предложку группе ВК. Я ставлю абсолютно всех красавчиков видос в конце. И реально, огромнейший поклон, чуваки, за то, что даже когда я не снимаю ролики, вы все равно делали покупки, все равно поддерживали меня. Спасибо вам, реально огромнейший респект, потому что это очень сильно поддерживает канал, развитие, да и, в принципе, жизнь. Я буду скоро переезжать, поэтому будет очень тяжело, но я надеюсь справлюсь. Еще опять возможность есть, ролики будут, ну, практически каждый день, поэтому не скучайте. А мы поехали, за Темного Рыцаря брать топ-1. Let's go. Ну что ж, мой любимый мрачный Готэм Сити. Это у нас такие, знаете, чуть-чуть переделанные тилты. Опа, пацаны, бади. Давай без меня. Опасно. Ух, чё он пьет? Оу! Да! Так, опасно, но переиграли. Так. Хорошо! Бэтмен! Я вам отвечаю, чуваки, все, я с этим скином буду играть очень большое количество времени. Мне вообще насрать, даже если вам этот скин надоест, я буду все равно с ним играть. Это мой любимый скин. Как там, чел ушел? Не хочу. Вот этот вот домик, это реально из тилтов просто старых. Это так офигенно. Блин, реально, еще Джокера просто не хватает. Я так и знал, в принципе, что будет и Бэтмен, и кошка. Потому что чаще всего делается и мужской, и женский скин. Но жалко не Джокер. А? Кого? Куда ты лезешь, брат? Подожди. Так, оп, подожди. Так, это не тот, кем я файтился. Определенно другой нужен, еще ресы нужны. А? Типа банка грабили? Срочно нужны ресы. Фак, их нет. Я бы пошел тебя попушить. Ну, ладно, попушу. Если это будет смерть, то это будет... О-о-о, не хочу умирать. Пойдешь? Нет. Явно нужно уходить. Так, мне нужно сваливать. Ну это просто, вот ковид, это просто имба. Во-первых, у тебя глайдер, а во-вторых, он нереально далекий. Я не знаю, но я сейчас этим, наверное, челом просру, но я попытаюсь. Я не знаю, с моим аймом явно все очень-очень плохо. Попингу, в принципе, тоже, но не об этом. Не, батаранг это просто реально. Батаранг, да, это имба. А вот бэткогет тоже очень классная вещь. Блин, я буду очень сильно тосковать, когда этот ивент закончится. Серьезно, один ивент мне нравится больше, чем весь сезон. Так, по идее, чтобы сломать вот эту штучку, надо сломать вот эту коробочку. Ну-ка. Да. О, вот тот самый батаранг. Так, ну что, малыха моя классная. Будем реализовывать. Там есть чел, правда, далековато. Но этот момент я бы исправил. Кстати, я думаю, вместо ППшки мне нужно взять мушкет, а то у меня реально ничего такого супер дальнего нету. Поэтому, извини, имба. Мы с тобой сегодня прощаемся. Так, этому приятному парку обязательно нужен герой. Этим героем буду я. Бэтмен. А чё ресы так валяются? Тут реально никого нет? Сомнительно. Да в приятном парке вообще некого спасать, поэтому зачем тут супергерой? А, ну зато вот три красавца у нас стоят. Надо их как бы это, деактивировать. Тут на них детонатор, нужно найти его. О, так один передвигает. А, ну еще и четыре, вообще супер. Правда, блин, это хотелось бы когти. О, ты все снес просто. Так,
Охренеть, ну это просто, вы посмотрите расстояние, на которое работает бэткоготь, это unreal. Стой, 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 shift у тебя не работает так часто, да? Не работает, да? Давай, выходи! Давай, сука. I'm Batman. В смысле не сдох? Молодуха, давай. Во, 50-очку, без трап. Ты реально трапу заходил? О, не смешно. Это файт уже какой-то определенно. Да тихо, куда? Молодуха. Куда? Против Бэтмена. Это было опасно. Я вижу, ты любишь опасности. Так, вижу снайпера. О. Я прислал, просто не знаю, куда-то летает. Так, самое главное, на дерево не зацепиться и все. Ох, как хорошо, что у меня реально был еще один заряд. Это была бы реально уже финалочка. Ай! Походу, сейчас финалочка будет. Все, фильма не будет. Кино не будет. Да, ты куда, сумасшедший? Слушай, я, конечно, за безопасность, поэтому давай я хотя бы вот так немного. Интересов особо нет. Но то, что ты мне позволяешь похилиться, это респект. Так, самое главное, теперь его найти. Угу. Блин, надо с тем разобраться. А, он меня... Куда? Нет, нет! Один хп! Мне хана. В таких условиях выживает минимум людей. Ну, давай. Ну, он... Ну, камон, чел. Давай, РПГ. Хорошо. Ну, рани. Как он хочет, а? А. Но это плохая идея, брат! Марио! Потому что в этом городе только единственный супергерой. Бэтмен. Молодой, куда ты там... Полетел, ну-ка. А ну ничего не лутать. Ты, сука, разговариваешь, блядь, с Бэтменом. Куда ты там уворачиваешься? У меня самонаводка. Так, я надеюсь, я не умру. Давай, только не без пакетусов. Найс. Так, давайте мы немножечко грибочков-то поим. Потому что жить-то хочется. Мой бэткостюм не до конца пули непробиваемый. Поэтому немножко дамага-то я могу получить. Знаете, почему на мне куст? Потому что я мышь. Ну, правда, летучая, но... Опустим этот момент. Так, молодой, слышишь, ты кому там дроны роняешь? Сейчас, блядь, где батарангам по шее, конечно, надавать. Тебе явно повезло. Самое главное, давайте не забывать один главный факт. Бэтмен не убивает, а вырубает. Опа. Опа. Куда это мы? Ну, сейчас ты, конечно, с помпой там выстрелишь, нормально там будет. Давай. Ай-яй-яй. Да не так. Ну, а, кстати. Ну! Оп! Бэтмен, а чё? Сука, я... Я тот самый главный Бэтмен. Смотри, что вырыл, а? Нарядилась мой костюм, думаю, ну сейчас Бэтсу надам. По-любому это проделки Джокера. А я вам отвечаю, ребята, на этом Бэтмене ёмнулся просто. И даже никакие пакетлусы, вот эти штрих-коды, которые у меня там происходят, никакие штрих-коды не помешают мне, сука, играть. О, куда пошел? Тихо, тихо. Ап, да фак, ладно. Бэтмен сегодня немножко это... Бэт-промах. И куда ты там? Там, да чел, у меня реально... Все, пакетлусы, душа, 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 пакетлусы. А, ты поехал сверху. Ну что это? Тьфу, блядь. Оп! Ладно, опасно. Да! Опасно! О, сука, я же Бэтмен. Ну я же Бэтмен. Так что-то, пацаны, мне кажется, бэтхилка нужна. Не смешно, что-то мне с 17 хп бегать. И 7% пакет лоссов тоже, знаете, особо прикола не ощущаю. Но он там данный мадемуазель перестреливается, а у меня рядом Брут. Мне кажется, Бэтбрут. Ох, нихрена, кстати, Бэтбрут. Нормально звучит. На Бэтбрутик мы к ребятам заедем. Так, ладно, я тут уже выйду. Неплохо. Я вам скажу, однако, данный дамаг вылетел из моей нереальной помпочки. Кстати, бинтики, мне кажется, лучше взять вместо сферы. Стоп! Нет, сферу надо! Все, я реализовал правильно. Все чисто под сферой. Аккуратненько. Так, пожалуй, немножко хватит. Что у меня плащ не горит? Так, Брута определенно нужно, это, дисквалифицировать из катки. Куда ты там на... Ну что за... какой я косой. Вот по башне. Вот по башне настрелял же, камон. Бэтмен, блядь, долбоёб. Сука. Реально, мышонок тупорылый. Пизда, все. Бэтмен, приехали, приехали, Бэтмен. Приехали, сука. Тупая мышь.
Ладно, молодые, все, с этого момента я снимаю плащ, потому что плащ немножко мешается. Ну, кирочку, естественно, тоже, мою любимую лопату. Ну и дельтик, тебе мы отдадим черный. Все, теперь Бэтмен выглядит идеально, теперь я буду играть очень, очень много за него. А вам, чуваки, я говорю реально огромнейшее спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Напомню, что мой тег автора, NemoFlagGK, вы можете вводить его здесь, вписывайте. Просто NemoFlagGK в описании есть, как правильно вписать, можете скопировать, ставить. Любые покупки, которые вы делаете в магазине Fortnite, в магазине Epic Game Store, покупая бандлы, вы можете вписывать мой тег и поддерживать меня. Вы ничего не переплачиваете, все так же стоит, просто параллельно Epic Games начисляют авторам определенную поддержку, которую осуществляете лично вы. Я огромнейшее всем спасибо говорю, не только голосом, но еще и за то, что вставляю вас в конец видоса. А если вы хотите попасть в конец видоса, обязательно присылайте свои скриншоты покупок в предложку в группе ВК. Я оставляю всех обязательно, только без кнопочки вот этой вот. Отменить покупку можно, вот с этой кнопочкой я вас не вставляю. На этом все. Спасибо. Еще раз. Подписка, лайк, все вот эти моменты знаете, короче. Так, NemoFlagGK. С вами я был, FlagGK. Всем удачи. Всем пока.